Личный прием – важнейшая часть работы любого народного избранника. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков регулярно общается со своими избирателями. По его мнению, это позволяет оставаться в курсе последних событий избирательного округа. Люди идут на прием с самыми разными вопросами. Например, просят советоваться с ними при установке детских площадок. По одному из адресов устанавливают площадку, но на ней нет элементов для малышей. То есть она как бы полностью... В прошлом году там ее убрали, в этом году ставят новую, слава богу, что ставят. По проекту там не будет никакой качели для малышей, то есть там только все для взрослых. Естественно, мамы начали сразу на нас писать, что как же так. На этот раз личный прием посетило около 10 человек. Среди обращений такие непростые вопросы, как введение в эксплуатацию жилых домов, оказание адресной материальной помощи и поддержка в прекращении незаконного строительства торгового центра в микрорайоне 5-5А. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».